В Ивановском областном музее промышленности и искусства имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина открылась необычная выставка. Это совместный проект компании «Белорусский Лен Иванова» и творческого объединения художников «Кредо». Общей темой выставки стала музыка. Проект показывает музыкальную тему, музыкальные инструменты, показывает музыкантов в живописных полотнах, но поскольку проект совместный, то, естественно, музей принял в нем участие, и на этой выставке вы можете увидеть очень интересные музыкальные инструменты, это музыкальные шкатулки и полифоны. Уникальные музыкальные инструменты, образцы технического прогресса 19 века собирал сам Дмитрий Геннадьевич. Наслаждаться вальсами, слушать популярные мелодии того времени можно было и не посещая концертного зала. Заметим, что все экспонаты этой выставки дошли до наших дней практически в идеальном рабочем состоянии. Один из музыкальных ящиков участвовал ранее в экспозиционных выставочных проектах, а три других, они по сути представлены впервые. Достаточно новым для Бурылинского музея является обращение к живописным произведениям, введение красочных инсталляций в интерьеры музея. 22 художника, каждый со своим видением, внес яркую черту в классический интерьер музея. Тема карнавала, музыки, праздника. У меня на эту тему много работ. Мне это интересно, я этим занимаюсь уже как бы давно. Хорошо, есть такой вот выход творческий вот на этом мероприятии, возможность показать свои работы, я с удовольствием участвую. Помимо красочного звучания произведений ивановских художников, публика могла оценить старания музыкантов настоящих. Скрипки, рояль дополняли и раскрывали суть происходящего, но наибольший интерес, конечно, был вызван полифонами с их застывшей в веках мелодией. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ Иваново.